первые замеры и тесты нашего большого роботизированного крана. Вот мы подключаем его к лабораторнику, чтобы замерить ток. Вывели отдельно ток на экран. 2,1 ампера он нам показывает. Он у нас фиксирует показания здесь и здесь. А мы тестируем это все на ноутбуке и видим максимальные токи, которые у нас потребляются для того, чтобы найти максимальный ток при закрытии экрана. Чтобы если вдруг у нас застряла система, то мы это увидели. Вот сейчас он скоро должен у нас застрять и вывести показания о том, что он застрял. И последний рывок. Потом отключим блок питания. Вот он у нас так застрял. Правда, с показаниями еще нужно будет побороться. Почему-то не те как надо. Но в любом случае экран у нас работает.